І ми продовжуємо випуск. Лавочка дружби – свіжа ідея молодих українців. Проєкт, завдяки якому у кожному місті України можна буде посидіти на одній і тій самій лавці, стартує от-от. А як це можливо? І що цьому поки що стає на заваді, розповідатимуть наші гості. Керівники проєкту «Лавка єднання» Валерій Господинько і Дмитро Сенкевич. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, дуже цікава ідея. Давайте більш детально поговоримо об этом проєкті. Мы представляем социальный проект «Лавка единения городов Украины». Вот. Цель проекта – поставить 5 лавочек в 5 городах Украины. Это будет символизировать дружбу городов Украины. Вот. И... Дружбу городов Украины. Да, замечательно. Городов Украины. Вот. Да, я предлагаю как бы всем окунуться в мир воспоминаний. Как бы у каждого из нас есть своя любимая лавочка. У кого-то с детства, у кого-то с юности, а кому-то в старости хочется просто посидеть, помечтать, вспомнить прошлое, свою жизнь. Вспомните вы свою любимую лавочку, когда вы сидели с папой, мамой, ели мороженое, когда вы радовались друзьям, когда вы вечерами свои вспоминаете посиделки с гитарой, с песнями. Вот. В данном проекте участвуют 12 человек с разных городов Украины, в том числе из Днепропетровска. Вот. И есть группа ВКонтакте, вот, куда добавляются еще люди вот, и принимают участие. Вот, и с удовольствием всем нравится этот проект. Вот, ну и давайте, наверное, пока мы будем с вами общаться, наши телезрители могут иметь возможность посмотреть. То есть будут эти определенные кадры, они будут оценивать ваш проект вживую. Ребят, скажите, пожалуйста... Когда в Днепропетровске появится такая лавочка? Вообще, как бы мы запланировали в Днепропетровске установить лавочку на конец ноября этого года. Но нам не хватает финансов, у нас не утверждено место. Как бы есть люди, которые заинтересованы в этом проекте, но надо его утвердить в мэрии. То есть... С утверждением мы поставим лавочку на Малиновского. То есть, ну, как бы, мы на набережной. Да, мы считаем на Малиновского, на набережной это будет очень удобное место для молодежи, для людей, которые приезжают на новую набережную посмотреть, как бы, и она будет стоять на видном месте, чтобы наши граждане и гости нашего города как бы, посидели на лавочке, вспомнили там своих друзей, близких, любимого человека, как бы взяли, позвонили или просто отправили смс-ку. Да, и мы вот сегодня здесь собрались для того, чтобы больше рассказать людям об этом проекте, вот, чтобы нас услышали спонсоры, производители лавочек, вот, и привлечь их к этому проекту. Вот, то есть, как бы нас можно найти через 9-й канал, вот, либо ВКонтакте есть группа, через которую тоже нас можно найти. Вот, и мы всех призываем участвовать в этом проекте, особенно спонсоров. Вот, это социальный проект. Вот мы только заговорили о спонсорах. То есть лавочка должна быть высокобюджетная, насколько я понимаю, ребят. Или... На самом деле лавочка как бы не особо дорого стоит. Она приемлемая цена как бы для нас, для горожан. То есть, ну сколько надо собрать каждому днепропетровцу? Смотрите, по копейке, ну, по гривне. Давайте сейчас примерно как бы на проект, который мы задумали на 5 городов, нам необходимо 25-30 тысяч. Цена варьируется из-за того, что сколько будет необходимо на доставку и на именно установку этой лавочки. Как бы цена лавочки уже есть, именно в Запорожье нам дали цену лавочки 4400. Но когда мы будем заказывать 5 лавочек и более, нам дают определенную скидку. То есть, чем больше мы за раз лавочек закажем, тем, естественно, тем оно все будет дешевле. Сумма проекта не совсем и большая, вот, и люди уже начинают участвовать, вот, помогать там финансово, вот, то есть, тем самым участвуют в нашем проекте. Вот. Ну, я думаю, что деньги мы соберем, и достаточно быстро. Давайте теперь все-таки поговорим более детально с проблемным вопросом по месту. Кто мешает? Ну, как бы, как такой проблемы особо нету, вот, ну, места подбираются, просто согласовать еще с местными властями, вот, чтобы разрешили поставить, вот, но... Были предварительные разговоры. Вот, ну, но Иван Иванович с пониманием отнесся к этой идее? Именно к Ивану Ивановичу мы не обращались напрямую, поэтому как бы, ответа мы от него никакого не получали. Мы не знаем, как отреагирует на данный проект. Я думаю, что Иван Иванович отреагирует очень позитивно. Почему? Потому что это место отдыха, это место памяти. У каждого из нас с вами есть память. Но вы сказали о других городах. Какие города в первую очередь пытаетесь охватить, кроме Днепропетровска и Запорожья? Проект, в данный момент у нас получается Запорожье, Днепропетровск, Харьков, Одесса и Киев. Вот эти города, которые участвуют, в которых люди, вот нас 12 человек, которые делают действия какие-то, вот это, они все по этим городам рассредоточены. Вот. И в целях, вот если появится там
заинтересованные спонсоры, то есть как бы мы можем замахнуться и на все 24 города, 24 областных центра, вот, чтобы в этих 24 центрах стояли лавочки единения городов. Ребят, я благодарю вас, что вы оказались у нас в студии. Очень интересная идея. Я думаю, что днепропетровцы, жители нашего региона, и не только нашего региона, и всей Украины вас поддержат. И в самое ближайшее время у нас такие лавочки появятся. Спасибо большое. Будем приходить с детьми, с любимыми девушками, с женами и так далее. Ждем поддержки. Дякую за час і за взяття Валерію Господиньку і Дмитру Сенкевичу. Керівникам дуже дружнього проєкту «Лавка єднання». Сподіваємось, ми скоро на ній зможемо посидіти. А поки я на своєму місці, і значить, новини тривають. І далі.